Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписывались. Сегодня экстренный выпуск, экстренное такое включение. Не могу пройти мимо и не показать, что сейчас творится в Сочи. Отчасти для нас Сочи родной город. Мы прожили там достаточно долго, но сейчас мы оттуда уехали. И, пожалуй, слава богу, неизвестно, что могло бы произойти с нашим имуществом, например, с нашей машиной. Сегодня очень сильный ливень накрыл Сочи. Повторюсь, что мы не там, но я специально для вас собрал самые уникальные, эксклюзивные кадры от подписчиков, от зрителей и из некоторых пабликов, которые также нам присылали информацию. Посмотрите, и я жду ваши комментарии. Погнали! Сижу дома, и ни с того ни с сего дождь как льнет. Такой ливень, что прям ничего не видно. Сейчас вниз опущу. Я думаю, сейчас уровень рек сразу увеличится. Мгновенно. Вот такой вот ливень. Ни с того ни с сего. Тропический ливень. А дождь все не утихает и не утихает. По-моему, он разошелся еще сильнее. Ступеньки я уже не вижу, короче. Вот тут, кстати, тоже трёх. Ещё пара ступенечек ушла под воду. Семёна, короче, жопа, все рушится, речка выходит. У вас сорвало, три катамарана унесло. Газовую трубу пробило. Снимаю сейчас. Сейчас снимаем. В Сочи есть своя Дагомысская Венеция. Выглядит это вот так. Изначально это были эллинги, гаражи для лодок. Потом предприимчивые собственники надстроили второй этаж, потом третий, а некоторые даже и четвертый. И сейчас это выглядит вот так. Здесь даются комнаты посуточно для отдыхающих в летний период времени. Некоторые проживают здесь постоянно. Вот балкон. Судя по тому, как сушатся купальники и полотенца, здесь живут туристы. В Сочи целые сутки шел сильный дождь. Уровень воды сильно поднялся. Но в дома он пока не заходит. Заходит только в первые этажи. Готовьте документы, вещи первой необходимости и выдвигайтесь на возвышенность готовности к эвакуации. Репортный экспресс-клуб 112-262-22-98. К эвакуации готовят нас. Блять, это жесть, просто колено.
Ивановске просто ураган. Только что вот это дерево упало на машину, сломалось. Какой ужас. Я такого не видела. Да. Самый живучий. Там папа уже газели погнал. Ой, шланг плавает. Не, ну вот, смотрите, водоворот. Короче, вот, типа, вода вот так вот идет, и вот здесь уходит. Идет оттуда, и здесь уходит. Там еще уходит, там вот, вдалеке. Вон. Даже по этой нету. Плывут ветки, палки, бревна. Выглядит это вот так. Вид с 5-го этажа жилого комплекса Кватра. Но в Дагомысе пока еще ничего не затопило. В Адлере есть несколько гостевых домов, в которых воды уже по пояс. Депса с берегов вышла Рома, машина плывет. Капец. Так бывает, когда отдых пошел не по плану. Оп, уже водичка до ступенечек. Если что, это Адлер. Вот так вот отдыхаем.
вот это сегодня Мацеста бушует. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто присылал какие-то видео с места событий. Выпуск у нас получился. Как вам, пишите в комментариях. Не дай бог оказаться в эпицентре и как-то пострадать от стихии.